Личная жизнь артистки оказалась полна сюрпризов. Анастасия Заворотнюк выходила замуж 3 раза. Вторым ее супругом стал Дмитрий Стрюков, с которым, как оказалось, она разводилась несколько раз. Окончательно супруги расстались в 2006 году, когда у артистки начались отношения с Сергеем Жигуновым. На самом деле тогда Анастасия и Дмитрий развелись уже во 2-й раз. Первый разрыв пары случился, когда Заворотнюк стала знаменитой. У красивой актрисы появились большие гонорары и многочисленные поклонники, чего Стрюков перенести не смог, считают журналисты. Говорят, что да, они официально разводились, но ненадолго, вскоре опять пошли в ЗАГС и расписались. Сам бизнесмен утверждает, что развод пары был фиктивным, чтобы Анастасия смогла получить квартиру в театре Табакова, где тогда работала. В итоге недвижимость знаменитости так и не досталась, она сорвала спектакль ради съемок сериала и оставила театр. Через 2 года после окончательного развода Анастасия Заворотнюк вышла замуж за фигуриста Петра Чернышова. В прошлом году они стали родителями. Сейчас супруг поддерживает предположительно страдающую от рака артистку.